еще мне нравится из первого Metal Gear Escape. Это когда по туннелю на джипе уже в конце уезжаешь, и Liquid Snake догоняет тебя, и такой типа «Not yet, Snake, it's not over yet!» Тоже офигенный музон. Просто такая концовочка, теншн на максимум. Модели зовут выдвинуться. Блин, офигенный музон. Not yet, Snake. It's not over yet. Liquid. Way to Fall? Не, можно и Way to Fall поставить, конечно. Way to Fall, MGS3. Oh, there's something in my throat. Офигенный трек. Просто, самовыпил на макс. Прикольный трек. Припев офигенный, слова. Слова реально про меня. Макс, да всем на тебя насрать, успокойся. Опять вот это я. Слишком цепляешься за свое я. Нуклер, это Майк Окенфилд. Ой, слушай, меня ты можешь оскорблять сколько хочешь. Это мне вообще насрать.
блин, музон кайф. Лаунж-трейлер. Пацаны, конторщики, зацените лаунж-трейлер, который был выпущен за день до релиза игры. Да вы сейчас кайфанете. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes 2014. Катюша, она создала критическую массу атаки. То есть я сейчас перед вами, я атакующий лидер. Я когда смотрел, я просто офигевал. Просто у меня такие были мурашки. Я такой, о, пятый Metal Gear завтра выйдет. И этот трейлер. Сейчас смотрите, прикол. Опа! Metal Gear Solid, 98 год. Metal Gear Solid 2, 2001 год. Metal Gear Solid 3, 2004 год. Вы бы мои эмоции понимали, когда я это смотрел. Вот этот трейлер. Когда ты еще ничего про пятый Metal Gear не знаешь. Metal Gear Solid 4, 2008 год. Нет, это официальное видео от Кодзимы. От Konami, вон, видите, там написано. Metal Gear Solid Peace Walker, 2010 год. И в каждом Metal Gear перечисляется, как Metal Gear самого называли. Ну, модель Metal Gear. И вот тут, вот тут такой кайф. Смотрите, как будто Снейк из третьего Metal Gear. Одежда. Видите? Перья вот эти вот, лепестки, когда он босс убил. И вот здесь он так меняется. И ты смотришь такой, охренеть, нам расскажут, как Биг Босс стал злодеем. Вот этот момент, просто смотришь такой, что? Что? И здесь показывают модель нового Metal Gear. Когда ты на нее смотришь, ты такой, ни хрена себе. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, 2015 год. Это просто такой Metal Gear. Он не должен быть таким крутым, потому что в первой части был всего лишь Metal Gear Rex, и он не был таким крутым. Что за фигня? Смотрите, кто над ним летает. Это маленький психомантис. Его зовут третий ребенок здесь. Смотрите, какой у него храм огромный. Это Metal Gear называется Сахилантропус.
Как можно было просрать такую охеренную игру в потенциале? А, бесит! Как можно было это просрать? Сукины козлы. Ах. Так, мне нужно быстро модели проверить. Так, все, модели в процессе. Можно Red Band трейлер пока посмотреть. Battlefield dirt. All for revenge. Какой потенциал офигенный. Ну, почему так круто не было в итоге? Я думал, там реально будет про насилие, про ужасы войны, про пытки. И про то, как Биг Босс стал злодеем. И просто нет. Просто нет. Все не так. С Metal Gear 5 просто все не так. Скоро мне нужно будет к моделям выдвигаться. Skullface вообще мог быть, ну, одним из лучших злодеев в Metal Gear, но в итоге он так просран тоже. В пятом Metal Gear только геймплей прикольный, и все. Геймплей реально крутой. Build that private army of yours one more time. That's a lot. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. That's how Kaz would want it. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. Now go! Let the legend come back to life. Вот, вот это уже геймплей. Геймплей реально прикольный. Открытый мир, вся фигня. Это прикольно.
Konami запретили еще и делать ремейк Metal Gear Solid. Тут прикольно, что можно, ну, по-разному проходить миссии, вообще как хочешь. Это очень круто. Сейчас перед вами, я атакующий лидер. Snake, what took you so long? It's me. I'm here to get you out. Snake. What took you so long? Вот контора, вот это мелкий Liquid Snake. Элли. Как он такое? Волгин, Психомантис. Блин, какой потенциал офигенной игры был. Вот этот момент. Просто кайф. Просто дети, и Снэк достает автомат. Ох, да, круто, круто. He mentioned something interesting. Cypher is pursuing new research. He claims that what they're...
Вот этого нету в игре, вообще нету. Гады, сукины козлы. Whispers in the air tell the tales of the brothers gone. Desolation, devastation. What a mess we made when it all went wrong. Watching from the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords. Да, конечно, я видел сцены с вырезанными, ну, вырезанные сцены, да. Так, через 2 минуты будет такси, я пока что надену. Burying them at sea. What then? We'll make diamonds from their ashes. We'll take them into battle with us. Kaif. A shining light to our brothers in arms. Even in death. We are diamond dogs. We are diamond dogs.
Так, чуваки, меня, короче, модели зовут уже в центр, я сейчас поеду. Просто я жду такси. Через 2 минуты оно прибудет, окей. А, бля, может, выпилюсь сегодня наконец-то. Снейк, положи свое оружие и живи. Так, все, мое такси прибыло. Все, пацаны, всем удачи. Покедова.